И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей. И сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Far Lawn Sales, что-то в этом роде. Про вот такого замечательного паренька, маленького, который у нас путешествует на каком-то большом, блядь, локомотиве, можно так сказать. Давай, короче, нам что, вперед, выбор как бы невелик. Но, по-моему, там что-то спереди у нас, да, лежит. Сейчас посмотрим, подъедем. Так, все окей. По-любому надо будет зацепить его. Тут не знаю для чего. Так. Ну давай. А, стой, подожди. Может, типа наверх надо? Ну? О, типа сюда надо, может, что-то? По идее, я, короче, должен был... Все, я понял. Блять, надо было с ручника не снял. Надо было с ручника снять, по идее, да? А, все, сняли же. Давай, подъезжаем туда. Все, он на ручнике был из-за этого. А так мы, получается, сейчас должны будем подключиться к нему и просто прыгать и поедем туда. Бум, смотри. В аккурат, почти что. Все, подключил. Отлично. Сейчас поедем. Это типа для того, чтобы мы не тратили сейчас свою горючку, наверное, да? Да. Точно, смотри, как прикольно. Поехали, бля. Ну, прикольная игра вообще, ничего не могу сказать против. Я вот в такое ни во что не играл, это у нас уже, по-моему, 4-я серия. Вот. Уже новые колесики стоят, там как бы все стоит, по-моему. Я сомневаюсь, что здесь можно еще на нее что-то добавить такое, что нам каким-то образом будет помогать. Давай. Вот я бы такую установочку поставил бы в сам наш вот этот локомотив. Стой, бля. Куда он так уехал быстро? Слышь, ну почему? А, он типа в другую сторону, наверное, поехал, да? Нет. По идее, туда же. А, не, все, да, мы, короче, нам-то похуй, мы же прямо ебашим постоянно. Давай. Все туда. Давай, еще поедем. Поехали. Ну. Смотри, как сейчас ускоримся. Пум, пиздец, ускорились. Ветер нужен. Нам нужен ветер. Тогда будет все прямо пучком. Так, включайся, нормально. Так, ну эта херня работает, все собирает. Собирает. Так, опа. Не, есть чуть-чуть ускорение, конечно, небольшое, но есть. О, подожди, все, поднялся ветер. Да ебаный компот. Давай. Все, пчух, поехали. Ну вообще крутяк. Можем еще подальше. Тур. Да, пацан у нас, конечно, квадратный. А
Тут смотри, какой-то идет трубопровод, возможно газ, возможно вода. Сверху вообще непонятно, то ли линия электропередач, то ли что. Хотя там по ней, по идее, что-то подавалось, что-то ездило туда-сюда. Потому что смотри, есть какие-то колесики стоят, которые, видимо, ну, должны вращаться. Ой-ой-ой, ебаный, подожди. Стой, блядь. Сломаем сейчас, нет? Да, нахуй. А, и ветер кончился, да? Так, стой. Чё, мы еще что-то сейчас на свою малышку добавим? Я буду стоять на всякий случай здесь, потому что вдруг нам придется резко тормозить. Пойди, бэм, да? Ага, да. Ладно. Так и знал же, блядь, что сейчас что-то не то будет. Ну... Надо, блядь, отремонтировать немножко сюда у нас. Опачки, опачки. Давай. Тихо-тихо-тихо. Давай делай, блядь. Отлично, это сделали. И вот это сделать. Сзади остальное все вроде норм, да, у нас? Хотя вот это тоже можно сделать. Чтобы уже нормально так. Ну и давай, конечно же, наши... Паруса тоже уже отремонтируем. Все, хорош. Вперед сможем отсюда спрыгнуть? Нет, ладно. Так. Вон там кнопка, давай нажмем ее. Что-то случится, да? А, ты посмотри как. Куда-то наверх поехали. Сейчас глянем там, смотри, мы сейчас поверху поедем. Ставить нам что-то будут еще, я вот смотрю. Есть тут что нам поставить, нет? Бум. Давай сбегаем назад, посмотрим. Так, бочка есть, хорошо. Бочку мы заберем. Так, пока здесь, стой пока. Да, блядь, двинься туда. Вот сюда. Хорош. Да, попробуем поехать просто. Нет, я понял. Значит, где-то что-то тут. А, вижу, назад нам надо. Нам надо назад. Надо назад, значит, нам надо его подтянуть. Пойдем, у меня же хули. Парняга этот вообще бешеный вообще. Смотри, сколько у него дури. Ты понимаешь? Это же просто охереть. Такую халабуду так легко тянуть. Так, ну вроде нормально. Вроде туда, куда нам надо, да? Ай, блядь. Главное вовремя понять, куда нам надо... И чё запихнуть, да? Так. Кич, смотри, сколько каюты или чё это. Давай глянем, что здесь у нас есть, что-то взять. Здесь нет, значит, сразу на второй этаж. Так. Здесь тоже нихуя нету. Всякий. Ага, блять. Нормально так, раз все поперекрывалось, да? А, это мы где-то слушаем, да? Завод, какой-то огромный завод. Бля, можем было дальше. Опа! Слышь, мужик, а ты кто? Бля, я понял, мне надо было туда пролететь. Сейчас попробуем еще раз. Ага, ну все, да, с бочки сейчас тогда будем прыгать. Смотри, вон всякие разные, типа, такие машины были. Ух ты.
О, блядь, ты посмотри. То есть, подожди, мы на этой хуйне поехали, что ли? Ты реально? Мы угнали эту ёбань? Я тебе говорю, ты прикинь. Охереть. Нихера себе, она огромная. Это же просто трындец. Наша вон, смотри, стоит слева. Малюсенькая, малюсенькая, да? Но у нас заканчивается топливо, кстати. Топливо-то у нас заканчивается. Туру-туру-туру-туру. Да. Ну, сразу вспоминаешь какие-то старые... Ну, не старые, а вообще фильмы какие-нибудь такие. Ух ты. Чё, пиздец, сломалось все. Так, туда нам точно не надо. Там что-то должно было сделаться, и нам куда-то туда надо сейчас съебнуть. Так, ну мы можем сейчас потушить все. У нас есть пожарный шланг. Сейчас мы, блядь, все нахуй. Во-первых, это сюда. Я попробуем потушить. А, блядь, не то. Это сварочный. Просто посмотрим. Нам, насколько я знаю, шланга, блядь, далеко хватает. Прям. Прям далеко-далеко. Но не настолько. Ладно. Далеко, но не настолько. Давай тогда попробуем чутка вперед подъехать, наверное. Сейчас мы здесь упремся. Так, здесь мы уперлись. Хорошо, и сейчас, наверное, вот так, да, тогда должно быть. А, или нам просто надо ехать дальше, может быть? Да, во-во-во, надо бы просто проехаться. Чуть, короче, типа, с буксом. Так, подожди. Ну, блядь, на. Так, это хуйня. Это хуйня, включайся давай, да. А, ну вот все, а теперь, наверное, тушить. Как бы, наверное, уже теперь-то так, да? О, точно. О, нормально. Теперь понятно. Теперь, короче, мы наверх. И вон те кнопочки надо понажимать. Ладно, понятно. Блять, ты посмотри, сколько тут всего, а? Вот сейчас уже головоломочки какие-то идут. Прикольно. Угу. Легла она туда, ладно. Ну-ка. Блять, попади ты хоть. Пробуем тогда, значит, сначала тут, типа. Что-то с ней нажать.
Так, ладно, а с этой-то что делать? Наверное, здесь чуть нажмем. Смотри, а там восполняется, кстати, этот топливо. А, о, блядь. Сейчас мы на этой поедем дальше. На большой хуйне. Давай залази. Стопудово на ней поедем. Так, ну что? Как я понимаю, наша херобора эта огромная снова запустилась. Да, она запустилась, она идет. Что нам нужно сделать дальше? Это у нас ебош нажмется или нет? Мне прям интересно сейчас. А, мы типа можем теперь обратно наверх залезть, да, туда? Нет. Ага, сюда нужно что-то положить. О! Так, видимо, надо было. Вот реально, видимо, так надо было. Сейчас, давай посмотрим для начала, что тут да как. Подожди, туда еще можем уйти, нет? Видимо, нет, там все. Ну, хорошо. Что-то мы вот забрали. Ну и, блядь, каким образом? Ага. А? Ага. Слушай. Нам, походу, надо просто туда хоть что-то добавить, да? Типа в топливо и все. Знаю, ну давай попробуем вот так сейчас как-то перепрыгнуть его аккуратно. И бочку давай еще тут тоже заберем. Потому что то мы вытащить ничего не сможем стопудово. Нас просто-напросто не хватит лебедки до туда. Так, пойдем. Как я понимаю, это вот как раз-таки должно быть топливо. Потому что оно по-другому быть не может. Парарам-пам-пам. Опа. Давай. И типа прыгнуть сверху, да? Хорошо, сейчас прыгнем. А у нас там газ есть. Но газ, я думаю, нам лучше не кидать, нахуй. Разъебем все здесь еще. Нет. Ага. Просто выпихни их отсюда. Ну смотри, мы сейчас туда раз и... А, типа канай, да? Сука, ты посмотри. То эта лебедка была, блядь, короткая-короткая, а то теперь прям смотри, какая она огромная, да? Длиннющая просто. Так, ладно, это закидывать не будем, оно у нас само потом затянется. Давай, давай, тяни, тяни, стопудово должен вытащить. О, нормально, нормально. Тяжело. А, ну это тоже бочки получаются вот такие вот огромные, да? Так, окей. Теперь нам надо это все активировать. Давай-ка сюда. Блять. Базару нет. А, и типа опять идти запускать ее надо же. Вот эта херня у нас опустилась. Не, а что, так-то прикольненько.
Ну это херня просто огромная. Реально. Все, мы опять поперли, да? Ну большая она, реально большая. Ну спереди хоть посмотрим. Это еще можно, чтобы нас, ну вообще видеть вот эту всю херню. Нет, наверх мы никак не можем подняться, да? Сейчас мы стопудово, смотри, мы просто в что-то упремся. Прикольненько. Че я могу сказать? Прикольненько. Наверх мы туда не можем. Только если опять оттуда. Топливо, я не пойму, уходит? Ну что-то не особо. Топливо, походу, не уходит. Это типа специально, чтобы мы теперь попробовали выехать или что? Давай попробуем. Я так думаю. Знаешь, что я хочу? Сейчас мы оттащим ее назад, залезем наверх. Вот что мы сейчас сделаем. Мне просто интересно посмотреть на это все сверху сейчас. Давай, давай, мужик. Тяни ее. Тяни, тяни ее, тяни. Смотри, он уже, блядь, дергается. Рывками, рывками, походу, тащит, поэтому такой сильный. Сзади тут тоже, смотри, двигатель. Дух, 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 дух. Так, все, окей. Давай, просто Что там, блядь, произошло? Я хочу это увидеть. Та-дам, та-дам. Адам. А, нихуя, все. Мы уже никуда не сможем. Все, теперь мы по-любому, мы в что-то уперлись, короче, и теперь нам просто нужно, сука, выехать отсюда. Я не понимаю, почему у нас топливо тратится, когда мы сами его, блядь, тягаем. Стопудово надо с разгона, да? Он даже, блядь, шлифует, смотри. Все, поперли, поперли. А сейчас еще и с разгона. Смотри, аж, да, с буксами. Базару нет. Давай, 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 давай. Разгоняйся, разгоняйся. У нас еще и парусы есть. Вот это да. Вот это да. Вот это мы поперли. Ваш сын прибежал, да? Так, все. Открыли, открыли. Во-во-во. А что, блядь, землетрясение сейчас будет? О, извержение вулкана. Да ну нахер. Браток, давай быстрее. Главное, чтобы нас не зашибло, отвечаю. Да-да. Охереть, ты посмотри, какие большие валуны. И все они летят, такое ощущение, что как раз-таки в нашу сторону. Если вот они по нам попадут, конечно, будет не особо приятно, я думаю. Смотри, начнут вокруг падать. Ёбаный компот. Вообще ничего не видно. Я реально, я не вижу ничего. Где мы, блядь? А где я-то? А, ёпта, это просто так оказывается. Все, 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 я понял. А я думал, что-то там делать надо. Что дальше? О, да ладно, какая-то загрузочка идет. Ёбаный компот. О, я одуплился, типа я ее сделал, да, уже? Так, ветер есть. Ветер есть, это хорошо. Или это мне просто приснилось? Ну, кстати, вон тот вулкан. Вот тот вулкан, видимо, мне это просто-напросто приснилось.
Если это так, то это будет очень и очень хорошо. Подожди, я же эту херню не включил еще. Успел. Успел. Смотри, он опять извергается. Ой, блядь. Он опять извергается, ну. Просто мне, может быть, отсюда не надо вылазить. И еще газу, типа, давать. Давай, 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 браток. Типа, быстрее, 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 да? Вот так, типа, должно быть, наверное. Потому что, да, потому что, походу, так. Мы должны быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому у меня не получилось этого пройти. Давай, давай, давай. Херач. Давай, давай, включайся. Зажми, зажалуй, нормально. Вроде так. Бляха, давай, 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 зажимай. О, бля, развалилась тачка наша. Ебать копать. Нет, в смысле, разожми их. А, во. Ёбаный компот. Что случилось-то? Все что ли? Подожди, там что-то еще валяется. Давай глянем вообще, что-то я не понимаю. Походу это все, это, блядь, у нас что-то дело близится к финалу, да? Так, залезть мы туда, все, мы внутрь не можем. Понятно. Короче, надо попробовать на этой, значит, халабуде как-то уехать. Давай попробуем просто элементарно дать газку. Если нет, то у нас он стоят эти. Так, это нет, это не включается у нас. Хорошо. Будем ехать так. Так вроде у нас получается. Вот я ее, допустим, придерживаю. Смотри, покатилась. Сейчас докатимся до куда-нибудь. Стопудово. О, смотри, нормально, нормально поперли. Жена мы так, короче, канает, да? Ну, нахер, давай, давай. Ну, херач, херач, ты чё? Парус же открытый. Типа, я, ага, вот. И теперь поперли. Все, нормально. Морды сильно не скреби. Морды сильно не скреби, говорю. Так, опять надо отпускать, чтобы она разворачивалась. Так, оба-на, и опять. Да, ну это строго, строго. Мы уже, короче, куда-то, блядь, ближе к финалу подкрадываемся. Видимо, в связи с этим у нас вот эта вот вся херня. Ты смотри, это кладбище вот таких машин. Смотри, сколько их везде валяется. Прям просто кучи, кучи, кучи. Так, ну давай, давай, чтобы морда поднялась опять. Опа-на, поехали. Ну, стопудово, то есть, ну, не зря же, чтобы мы пешком не ходили. Да, ветер порой дунет, дунешь, и морда, да, морда, морда ныряет прям. Давай, давай. Все, короче. Все, мы типа, блядь, приехали. Мы типа приехали. Тут все, тут я даже не выйду, да, нам только сверху. Хорошо. Так. Там маячело какое-то. Все, то есть я внутрь уже не попаду.
Уже как ни крути. Так, сюда мне надо что-то закидать, типа, да? Ну давай, типа вот этого закидаем. Типа вот ее закидаем туда. Я зажег какой-то маяк. Сейчас, походу, что-то должно быть. Все? Ну я по-по-по-пом. А в чем смысл? В чем смысл-то? Я не пойму, воды больше становится, что ли? А нет, вроде. Ну я. А я туда не могу уже, все никуда. Точно, бля, воды больше становится. Все-таки я не ошибся. Плавать мы, наверное, не умеем, да? Что-то тут, походу... Что-то должно быть. Мы же не просто так, смотри, зажгли этот костер. Да, в нашу эту мы уже попасть не можем. Ночь еще настала. Вообще ни хера не видно. Опаньки. Все, пиздец, конец. Ты его не таскай, не таскай. Орать будет. Да, Far Lone Sail. Все, как я понимаю. На этом наше... Наше путешествие закончено? Или нет? Да? Ну, в целом, что могу сказать, ребят? Игра довольно-таки интересненькая. Можно в нее поиграть, и я не жалею потраченного времени. Хорошая задумка. Только я не понял вообще сюжет. Вообще ни капельки. Ладно, ребят, на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.